Здравствуйте, друзья! Вас приветствует компания Work Freedom, и сегодня мы рассматриваем проект под названием Overpayment. Он представлен нам как сборщик остатков обмена электронной валюты. Якобы это автоматическая платформа, на которой можно получать от 30 тысяч рублей в день. Здесь обещают моментальные выводы на банковскую карту или электронный кошелек. Ну и, собственно говоря, тема эта не нова. Периодически возникают такие проекты, которые предлагают получать деньги из воздуха фактически. Здесь какая-то рассказана легенда о том, что суммы, вернее остатки от округления сумм где-то зависают, непонятно где, находятся в свободной зоне, кто бы еще показал, где эта свободная зона. И якобы данный сервис умеет собирать эти деньги в свободной зоне. И его авторы, имеется в виду авторы сервиса, почему-то не забирают эти деньги себе, а раздают их в интернете. Собственно, информация очень коротка, читать здесь особенно нечего. Здесь нам показаны платежные системы, которые якобы позволяют шариться этому сервису у себя в денежных операциях. Ну и вот есть кнопка «Запустить платформу». Но для того, чтобы пройти на платформу, нужно пройти такую весьма символическую регистрацию. Тут же мы пожаловали в личный кабинет, и мы видим вот такую картинку, которую, в принципе, видели уже не один раз. Было уже ранее несколько лохотронов, которые имели подобное наполнение. И сейчас мы нажмем вот на эту кнопку, и якобы начнется поиск вот этих самых остатков, которые зависают где-то в каком-то межгалактическом пространстве. Все действие будет происходить достаточно долго, потому что денег нам здесь должны насобирать много. Поэтому мы сейчас нажмем на паузу для того, чтобы поберечь ваше время. И вернемся к вам по завершению этого процесса. Итак, прошло несколько минут, и мы видим, что система остановилась на цифре 30 598 рублей 66 копеек. Якобы столько нам наменяли вот в этих вот платежных системах, и сейчас мы переходим к выводу средств. Здесь мы также введем некорректные данные, и вот вы видите, что тем не менее на наш счет якобы производится выплата какая-то. Как вы понимаете, счет не может состоять из одной цифры. Сейчас мы видим какой-то процесс. Нам показывают, якобы обрабатывается наша заявка на вывод. И вот итог. Транзитный счет нам открыт, но он не обслуживается. Необходимо оплатить обслуживание счета. И эта оплата составляет 99 рублей. Друзья, вот здесь начинается денежный развод. Вы уже видели, что мы ввели совершенно невалидные данные. Вместо счета, вернее, там, где должен быть указан номер счета, мы поставили одну цифру. Тем не менее, система открыла нам счет при этом. Таким образом, нас просто хотят обмануть, хотят заполучить наши деньги. И 99 рублей – это только первая сумма, которую здесь запросят. В дальнейшем будут еще какие-то причины для того, чтобы попросить у нас еще денег. Поэтому, пожалуйста, запомните, что никакого сборщика остатков обмена электронной валюты не бывает, и overpayment – это просто лохотрон. Если вы хотите более подробно узнать об этом лохотроне, то вы можете прочитать нашу статью в рубрике «Сомнительные методы». Ну а если вас интересует заработок, то проходите в нашу рубрику с проверенными методами и здесь выбирайте из того, что здесь у нас есть, а собрано у нас здесь очень много различных методик. Выбирайте какую-то одну, а может быть и не одну, изучайте и начинайте применять ее на практике. Только так вы сможете заработать в интернете. Также мы приглашаем вас подписаться на наш канал на YouTube, на нашу новостную рассылку и вступить в нашу группу ВКонтакте. Для того, чтобы перейти на наш сайт, сразу под видео нажмите на любую вот из этих кликабельных ссылочек. Если вам было полезно данное видео, пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, если они у вас есть. А на сегодня все. Всего доброго.